ZBrush 2021.1 версия. Делаем карандаш именно для будущей анимации написания текста, чтобы карандаш был именно нестандартный. Так, преференции, повторяю, где отключить вот эти все боковые ненужные панели. Так, все отключается. Теперь с чего будем начинать? Начнем-ка давайте с цилиндра. 3D цилиндр. Все это дело вытянем. Edit Make Polymesh пока не жмем. Заходим Initialize. И вот здесь немножко сейчас что-нибудь поуменьшаем. Так, поставим, наверное, вот так вот пойдет. Прикольно будет. Теперь делаем Make Polymesh и уже с этим будем работать. Так, Alt, левая кнопка мыши, уменьшаем. Теперь находим Move и Scale. Вот это все дело вытягиваем. Большой карандаш не нужен. Пусть будет такой прикольный. Так, это все дело отключаем и добавляем в сабтулах именно. Так, append. Добавляем вот этот конус 3D. Опускаем его вниз. Так. Переключимся на конус. Опустим его вниз и перекрутим. Вот таким вот образом. Подтянем вот сюда. И немножко вытянем. И немножко опустим. Где-то так. Теперь добавим up and добавим вот эту вот сферу теперь. Так, цилиндр вот этот теперь более-менее гладкий. Поднимаем. Да что я сегодня гоню. Переключаемся на него и поднимаем его кверху. Вот сюда. Смотрим, как он тут стал. Ну, в принципе, прикольно. Ну, а теперь нужна стерка. Делаем дубликат. Поднимаем кверху и все это дело немножко уменьшаем вот так вот. Сделаем Shift D. Так, Ctrl D делаем, смягчаем. И вот этой вот части верхней, вот этой, тоже делаем Ctrl D. Добавляем дивайдер. И немножко ее давайте раздуем, побольше сделаем. Так, что теперь? Смотрим полигонаж нормальный. Здесь бы, конечно, вот подобавлять какие-нибудь гайки, там еще что-нибудь. Давайте по-простенькому. Так, делаем геометри, делаем delur, убираем дивайды. И теперь дайномешим это все дело. Теперь нажимаем Ctrl, находим вот этот циркл и попробуем включить Transform. Находим активация симметрии, включаем радиалы, смотрим по какой оси. Давайте по оси Y. Вот. Ctrl нажимаем и маскируем. Так, многовато. Ctrl-Z. Транспоз поставим поменьше именно. Давайте 4. Вот 4, наверное, будет нормально. Вот 4 вот такие клепки. Делаем Ctrl-I. И теперь тебе нужно все это дело прибавить. Попробуем теперь Scale S. Немножко выравниваем. Смотрим со всех сторон. Нормально вроде. Вот такие клепки получились. Так, теперь это все дело оставляем. Прибавляем теперь радиалов побольше. Давайте 10. Так, выравниваем, чтобы вот на уровне были именно точка к точке. И здесь переключимся на
квадрат вот этот, так вот этот, 3 херт. Выравниваем точка к точке. Так, этих будет мало, значит добавляем еще где-то, ну давайте 17. Вот так, вытягиваем сбоку полосу, вот такую поменьше. Так, еще поменьше. И еще немножко поменьше. Вот так, теперь их выравниваем, чертим, все нормально. Отключаем MOV. Делаем Ctrl-I. Ну и опять сделаем Scale, только в глубину. Ну вот что-то в таком духе. И делаем Dynamesh. Ну уже прикольно. Вот такая получилась ручка. Теперь давайте поработаем вот с этой, именно с графитом. Так, включаем циркл этот и дайномешем. Можно добавить для прикола именно сферу и сферу все подставить, будет ну, красиво. Ну, сделаем по-другому. Отключим пока симметрию. И вот так вот. Так, чуть-чуть побольше возьмем. Делаем Ctrl-I. И всему этому делаем Scale. Вот так вот. Снимаем выделение. И теперь обрезаем Ctrl-Shift. Ctrl-Shift. Выбираем Trim Rect и немножко вот так ее собачим. Вот, типа стертый уже. Ну вот такой получился именно простой карандаш. Так, вот здесь вот можно тоже немножко поработать вот с этой частью. Так, как это все можно сделать? А давайте вот так это все обыграем. Включим вот этот цилиндр. Shift левой кнопкой мыши все поотключим. И попробуем. Так. Это у нас получается дуги должны быть. Давайте попробуем сначала обрезку. Так, выберем. Trim Circle вот этот круг. Включим транспоз симметрия по Y, X радиалы. Так, поставим 4. И вот так как-то не хочет вырезать. Ctrl-Z. Ладно. Попробуем другим способом. А способ сделаем такой. Маскированием попробуем теперь, опять же, используя симметрию 4 радиала. Так. Радиалов тогда поставим 8. Такая же песня, да? Ну, тогда уже будем активация симметрии отключим. И попробуем по примитиву. Move Topology, большую кисточку Draw Size ставим. Так, чуть-чуть поменьше. Вот таким вот образом.
Ну, как-то так. Надо было побольше граней поставить. Это получается раз, два, три, чтобы на четвертую хватало. Ничего, так, теперь вот такая штукенция. Вот так это все подожмем. И сделаем всему этому дайнамеш. Так, есть такое дело. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Так, тут нужно немножко это дело выгладить. Помягче, чтобы было. Вот. И это для приличия тоже, типа, вот так вытянуть. Так, следующим делом делаем дубликат. Дубликат. И вот нужно теперь вот это все вычесть вот из этого. Так, это получается, вычитаем. Вот это поднимаем кверху. И вычитать будем вот эту вот штуку. Нажимаем на вычитание и делаем так. Dynamesh. Это тоже под Dynamesh. И, короче, все это дело делаем merge down. Окей. И снимаем выделение. Так, все. Вот такое вычитание нехорошее прошло. Так, и вот это вот, в принципе, можно, вот это все можно удалить. Смотрим, как получится. Ну, как-то так. Включаем видимость всего. И как-то все тут дело это подправляем. Ну, что-то в таком духе. Ничего так прикольно получилось. Так, все, теперь это дело все раскрашиваю. Сделаю развертку, как в прошлых роликах. И будем уже в блендер делать написание текста. Все, всем пока, до свидания.